下的蜜桃，每天通透不经意甜蜜，可不可以住进你的心里？我怎么才能拉近彼此距离？告诉你别再哭泣，我心要心跳一支舞，挽着你的腰而相信 Don't be free。 今天星期五，夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开，踏进热恋的乐土。 I would like a few weeks 里先和你遨游在天际，探索乐土心中那些不为人知的奥秘，一切的问题都不算问题，情话怎样说在耳际，剩下派对 You are my destiny。До начала показа фильма осталось всего 10 минут. Пожалуйста, поторопитесь занять места в зале. Алло? Привет, я у входа в кинотеатр. Скоро буду. Иду короткой дорогой, хотя здесь, похоже, стройка. Я встречу тебя. Нет, не надо, я сейчас буду. Не волнуйся, не торопись. Ладно, буду через 10 минут. Алло? Алло? Что такое? Та стройплощадка рядом обрушилась. Кто-то под завалами. Обрушение стройплощадки. Есть пострадавшие. Высылайте помощь. Не подходите. Это опасно. Здесь опасно. Отойдите. Уйди. Пустите. Стой, там опасно. Может обрушиться. Чернь-мижень. 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 Вызовите скорую. Тут человек. Нужна скорая. Стройплощадка у университета Ханьхай. Отбой! Это манекен. Джун Вэй! Парень, ты подверг себя опасности, не надев шлем. Больше так не делай. Простите, больше так не буду. Больше не будешь? Я о тебе. Больше так не делай. Слышала? Я напугался, думал, это ты. Чего смеешься? Ничего. Ничего? Что значит ничего? Джун Вэй, раньше я думала, что тоска существительная. Не ожидала, что она глагол. Я не хочу вновь расставаться с тобой из-за кого-либо или чего-либо.
Не хочу ссориться с тобой и играть в молчанку. Я люблю тебя. Очень люблю тебя. Мы сможем снова быть вместе? А если появится Чэнзя, Лидзя или Джаудзя, что тогда? Схвачу тебя. Схватишь? Да, схвачу. Я не отступлю. Чэнь Мижэнь. Не надо хватать. Впереди нас ждет множество счастливых моментов. Так быстро? Джаого, если увидишь своего бывшего с другой, то ты расстроишься? Зачем мне это? После расставания у каждого своя новая жизнь. С кем он? Меня не заботит. Точно. Первый шаг к новой жизни — перестать обращать внимание на посторонних людей. Он этого не заслужил. Давайте попьем чай. Сюй-мяу-мяу, спасибо. Не благодари. Его купил Бао Дзяго. Бао Дзяго? Кто будет чай? Джун Вэй купил. Вы помирились? Да. Лосы. Ты встретишь парня лучше. Фан Мао и Яо Вэй Цзин вместе. Я знала, что Фан Мао негодяй. Пускай встречаются. Надо отпраздновать, что ты бросила его и начала новую жизнь. Да, надо праздновать. За избавление от негодяя и за новую жизнь. Выпьем! Алло. Да, спасибо. Квота на выезд в Лондон была одобрена. Уже? И скоро уезжаешь? Хочу прогуляться. Я с тобой. Я хочу пройтись одна. Кажется, Джаого несчастна. Оказавшись в Лондоне, ее отношения с Харрисом прекратятся. Да. Джаого использовала свои чувства как разменную монету. Что, если она проиграет? Возьми. Куда ты? Пойду отругаю Джаого.
Стоит ли ради поездки стольким жертвовать? Возможностей много. Почему обязательно надо уезжать? Ты же знаешь ее семью. Ее родители ценят младшего брата больше, чем Джауго. Мы привыкли к заботе родителей и теплу семьи, но не она. У нас могут быть другие возможности. Но для Джауго, вероятно, их нет. Я понимаю. Ты права. Просто не хочу, чтобы она уезжала. И я. И я. Алло? Мама? Джауго? Что случилось? Я лечу в Лондон. Что? Улетаешь в Лондон? И сколько это будет стоить? Я сама все оплачу. О! Боже, это очень здорово, учиться в Лондоне. Никто из нашей семьи из-за границы ты не был, Джауго. Послушай, пока будешь учиться, найди там англичанина и выйди за него замуж. Тогда ты сможешь там остаться, а у твоего брата будет возможность учиться в Лондоне. Ты же знаешь, он совсем не такой, как ты. Ты с детства независимая. Не доставляла нам беспокойства не то, что твой брат. Мы с отцом переживаем за него, он бездарь. Мама! А? Иногда я думаю... Если бы ты первым родила Джао-Джи, ты бы стала рожать меня? Джао-Го. Кладу трубку. Открыто! Здравствуйте. Скажите, а здесь живет Лосы? У меня не было выбора, поэтому я здесь. Можешь пойти со мной? Я ненадолго. Чэнь Мижэнь. Ты очень много сидишь, поэтому подушка для тебя. Сюй-мяу-мяу, у тебя много мелочей, которые ты теряешь. Оставляю тебе этот комодик. Джао-го, все эти книги оставляю тебе. Хотя это не понадобится, я ее возьму. Лосы, ты правда уезжаешь? Я уже выписалась из общежития. Но почему ты съезжаешь? На то есть причины. Это из-за Фан Мао? Если я расскажу, вы будете презирать меня. Но это так. Я уезжаю из-за него.
Знаю, несправедливо просить тебя о помощи, но у меня просто нет выбора. Фан Мао очень в тебе нуждается. Почему? У него тревожное расстройство. Тревожное расстройство? А в честь чего оно развилось? Разве он несчастлив в отношениях с Яо Вэйцзин? Они расстались. Расстались? Почему? Фан Мао? Стиралка сломалась. Позвони арендодателю, он починит. Ну ты же мужчина и должен заботиться о таких вещах. Ладно, закончу и позвоню. Хорошо? Но мне прямо сейчас надо постирать. Сделай что-нибудь. Починят машинку, тогда и постираешь. Нет, там нижнее белье. Надо срочно постирать. Постирай руками. Фан Мао. Хочешь, чтобы я чего-то постирал? А ты можешь? Фан Мао. Пусти, пусти. Яо Вэйцзин, ты перегибаешь. Мы вместе 3 месяца. Ты когда-нибудь готовила? Мыла когда-нибудь полы? Ты спятил, Фан Мао? Это все твоя мама делает. Именно что моя мама. Она стирает для меня. И для тебя должна. Почему? Твоя мама заботится о тебе. Почему и я должна? Ты женщина, это нормально. Кто сказал, что женщины должны заниматься домом? Какая современная девушка этим занимается? Ты занималась. Вот мы и добрались до сути. Ты жалеешь, да? Так вернись, Клосы! Уходи! Уходи! Это ты уходи. У меня диссертация. Хочу напомнить тебе, что я оплачиваю аренду, поэтому ты и уходи. Ладно, я уйду. Уйду! Но... спускаясь, Фан Мао упал с лестницы и сломал правую руку. Компьютер разбился, и протокол эксперимента исчез. Так, у Фан Мао тревожное расстройство из-за расставания? Расставание – триггер. Он рос в строгости. Поэтому и склонен к переживаниям. С самого поступления он чувствовал давление. Когда я была с ним, ему удавалось расслабиться. После падения и провала с диссертацией он все переделал, но получилось плохо. Его наставник, отец Яо Вэйцзин, серьезно его отругал. Фан Мао, твой отчет по эксперименту отвратительный. Уйма ошибок даже в элементарном. Что с тобой? Цзинь сказала, что ты с ней расстался. Когда она сказала, что хочет быть с тобой, я был против. Ты тогда встречался с девушкой Лосы. Я считал, что ты ветреный. Если к ней так относился, то и к Цзинь стал бы так относиться. Учитель, прекратите. Моя Цзинь избалованная. Но она драгоценная дочь. Как ты смеешь просить ее стирать и готовить? Даже просил ее заказать еду на вынос. В каком ты живешь веке? Кто сейчас так делает? Лосы сделала бы? Не упоминайте о Лосы! Почему вы говорите о ней? Что с тобой? Лосы лучше, Цзин! Яо Вэйцзин – ничтожество! Из-за нападения на учителя ему вынесли предупреждение. Он лишился стипендии. И он стал совсем другим человеком. Замкнулся в себе. Но когда говорили обо мне, он словно оживал. Твой отец приготовил эту свининку для тебя. Как ты любишь. Мягкая, кушай. Вкусно? Фан Мао, это... Я мама Фан Мао. Здравствуйте. Привет. Свинина выглядит вкусно. Правда? Нет. Лосы в 100 раз вкуснее готовит.
У его мамы не было выбора. Она организовала ему отпуск, привезла домой. Но состояние не улучшилось. Она сказала, что Фан Мао хочет меня видеть. То есть уезжаешь заботиться о Фан Мао? Серьезно? Лосы, ты спятила? Это он за твоей спиной съехался с Яо Вэйдзин. Он был тем, кто предал тебя. И ты собралась заботиться о нем? А потом? Простишь его? Нет. Мы будем лишь друзьями. Если бы он был счастлив с Яо Вэйдзин, я бы проклинала его. Но он несчастлив. Мы так долго были вместе. Поэтому я надеюсь, что он будет в порядке и хотя бы здоров. Тревожное расстройство лечится долго. Ему нужна длительная психотерапия. Это непростая битва. Лосы, ты уверена? Да. Хорошо. Если ты решила, я поддержу тебя. Но не обязательно увозить все вещи. Вечно ты с ним не будешь. Не убирай постельное, чтобы было куда вернуться. Хорошо. Я уеду завтра утром. Ключи кладу сюда. Лосы. Мижень, вот ключ. У меня для тебя подарок. И для Мяу-Мяу, и для Джауго. И мне подарок? Открывай. Джауго, такая милая. Сю-Мяу-Мяу, это ты. Это я? Как мило! Милота! Почему такое лицо круглое? Чэнь Мижень, это... Я хотела подарить фигурки, но времени мало, поэтому сперва рисунки. Лосы, хотя ты уезжаешь, надеюсь, что взглянув на рисунок, ты будешь вспоминать нас. И то, что мы всегда поддерживаем тебя. Спасибо, Мижень. Чтобы проводить лосы, давайте завтра повеселимся. Да. Круто! Да. Подходите. Сюда. Возьми. Сюда! Сейчас оплачу. Джауго, ты же отличница. Почему ты намного лучше вытягиваешь игрушки, чем я, игрок с более 10-летним стажем? В этой игре не важен опыт. Она связана с интеллектом. Думаете, все кругом думают, что мы дурочки? Пускай думают, что хотят. Главное, мы счастливы за вас. За вас! Когда в прошлый раз праздновали, Джауго сказала, что ее мечта сдать экзамены в аспирантуру. И вот она улетает учиться за границу. Это намного круче мечты. Со средней школы я решила, что уеду из страны. Семья может быть тихой и безопасной гаванью, но не моя. Мой отъезд за границу – это хорошо. И для меня, и для них. Не будем об этом.
Я не так хороша, как Джао Го. Мне далеко до осуществления мечты стать главным дизайнером. Но я разместила свои фигурки в сети, и их покупают. Уже 1000 штук распродано. Я заказала еще 2000 штук. Чэнь Мижэнь, ты успешна как в карьере, так и в личной жизни. И ты тоже. Вы с Бао Цзяго такие милые. Мы завидуем вам. Бао Цзяго пишет свой новый роман. История о девушке Музе. А я являюсь прототипом. Ты прототип главной героини? Птице в клетке придется нелегко. Встречаться с такой простой девушкой, как Мяу-Мяу, Бао Цзяго придется нелегко. О чем это вы? Ну и что, что простая? Бао Цзяго тоже довольно прямолинейный парень. Мы хорошая пара. Так и есть. Лосы. Все хорошо. Я все обдумала. Больше не влюблюсь. Мой парень больше не станет моим центром мира. Я придумаю себе жизненную цель. И что это будет за цель? Я еще думаю. Ничего, не торопись. Да, времени у нас много. Не торопитесь. За вас! За вас! Дай твое. Вкусно? Да. Давай я. Мао, открой. Оставь меня в покое, уходи! Фан Мао, открой. Общая тенденция будущего экономического развития заключается в том, что люди будут наделены полномочиями. Глобальный средний класс будет расти, и способности женщин будут все больше и больше. В то же время спрос среднего класса будет все выше и выше. Нет правительства, способного с этим справиться, что приведет к разрыву ожиданий. Харрис, похоже, ты нашел девушку умнее себя. Поэтому я люблю ее. Ты говорила, что учишься в университете Ханьхай, да? Да. Но почему такая умная девушка, как ты, выбрала для учебы такой обычный университет? Ханьхайский университет — это один из лучших университетов Китая. Нет, нет, нет. Лучший университет — это что-то похожее на Оксфорд или Гарвард. Насколько я знаю, Ханьхайский университет — это просто сборище людей без какого-либо будущего. Я считаю, что ваше мнение несколько предвзятое. Простите, но я с ним не согласна. Если ты не согласна, тогда почему ты хочешь покинуть Ханьхай и поехать учиться в Англию? Джао Го — благодарный человек. Она любит свою альма-матер. Но, бэйби, почему бы тебе не поехать со мной в Англию? Бросай здесь все и поехали со мной. Я помогу тебе изменить свою жизнь. Я и сама могу превосходно со всем справиться. Думаю, общение с Харрисом поможет тебе достичь большего. Поздравляю тебя с участием в программе обмена студентов. Поздравляем! Поздравляем! За вас! Кушай! Вкусно! И ты ешь. Кушай. Тетя, возьмите. Кушайте. И ты кушай. Ешь.
мама. Алло, Джао Го. Не спишь? Говори. Со средней школы ты всегда была самостоятельной. Наша семья никогда не заботилась о тебе с самого твоего рождения. А теперь ты решила так далеко уехать. Не знаю, привыкнешь ли ты к жизни там и будешь ли ты в безопасности. У меня там друзья, не волнуйся. Мы с отцом бесполезны. Мы ничем не можем помочь. Но когда будешь там одна, помни, ни с кем не ссорься. Ты там ничего не знаешь. Чем меньше проблем, тем будет лучше, понимаешь? Да. Хорошо. Ну все. Ложись пораньше. Хорошо. Переведи деньги Джао Го. Завтра. Джао Го с детства нас никогда не беспокоила. И вот она решила уехать за границу. А если что-то случится, мы не узнаем. Почему не подумаешь о чем-нибудь хорошем? Просто я волнуюсь. Где взял деньги? Не волнуйся. Завтра передай ей деньги. Ждем вас в нашем вузе по программе обучения. Принять, отклонить. Квартал практически окончен, а продажи команды совсем не выросли. Директор, мы уже превзошли всех по продажам, но показатели ниже тех, что я ожидал. Скажи всем, чтобы ускорили запуск новой продукции. На неделе хочу увидеть минимум 5 годных к запуску проектов. Понял. Здравствуйте, госпожа Ду. Да. Тут такое дело. Мне нужна ваша помощь. В этом квартале мы хотим запустить еще проекты. Вы сможете профинансировать их? Прошу вас. Мы же дружим много лет. Конечно, я тебе помогу. Спасибо вам. В четвертом квартале я верну инвестиции. Спасибо, спасибо. До свидания. Господин Ли. Джунвэ, все хорошо. Есть четвертый квартал. Мы постараемся. Все получится. Это уточка. Это работа ИИ. Мы от нее отказались. Другая команда ее запустила. И продажи хорошие. Мои отклоненные намного лучше этой утки. Прекрати. А я не прав. Всегда всем недоволен. С меня довольно. Тан. Тан. И я больше не могу. Прости, Чао. Ты...不够牢，怕失去礼貌，还想可以干扰，却不能。
这段视频也幻想是你，名字在我嘴里出现的频率已经足够证明是你，我都不用怀疑，沦陷在这里，舞台踏实的睡意说明了。